Я сижу на кресле и пью чай с вареньем. Но вот беда, и думаю я, что ножка от микрофона попала в чай. Ай. Но ничего не поделаешь. Я 1,5 минуты разогревал чай в микроволновке. Положил туда 6 ложек варенья. И все-таки время было потрачено, так что я выпил этот чай. Спидом не заразился, думаю я, так что все в порядке. Жить можно, можно продолжать. Вот такие вот приключения у меня в квартире. Но из этого приключения я понял, что не стоит держать микрофон в руках, когда под тобой находится чай.